Анонс и точность выхода 13 серии нового сериала «Постучись в мою дверь в Москве». 13 серия сериала выйдет в эфир 4 марта. Ранее в сериале мы увидели, как Сашины подруги уверены, что Сергей изменяет Саше с Алиной и решают ее предупредить. Алина же придумывает, как вновь вызвать ревность у Сергея. Саша надеется, что занятия по плаванию сблизят ее с Сергеем, но он просто понимает для нее тренера. Тогда девушка идет на хитрость, чтобы привлечь внимание Градского. Сергей решает выяснить, какие парни нравятся Саше. И она предлагает попробовать ему меньше раздражаться по пустякам. В доме Градских все готовятся к новоселью молодых. 13 серия сериала выйдет в эфир 4 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.